Здравствуйте! И снова передача «Все свои» в вашем доме, потому что вы смотрите сейчас на нас. Мы в Петербурге, в самом чудесном месте нашего города, на Васильевском острове. Сегодня мы в гостях у замечательной семьи, у Татьяны, ее очаровательных дочек. И здесь у нас сегодня замечательная ее подруга, которую зовут Настя, Татьяна, Лия, Софья. Ну что, здравствуйте вам! Здравствуйте! Спасибо большое, что вы открыли свой дом, во-первых, Татьяна. Что впустили нас, так сказать, в свою жизнь, в свою семью, сделали нас своими для себя сегодня. Скажите, что мы будем делать? Здравствуйте всем. Сегодня мы будем упаковывать подарочки. 6 наборчиков это будет для деточек. Для каких? Некоторые из них это будут мои ученики. Я преподаю логопедию, обучаю детей говорить. И я очень люблю дарить им подарочки. Это так, для меня такая большая традиция. Здорово. Также у меня есть племяннички. И также для них будут подарочки. Угу. И эти подарочки именно будут рождественские. Отлично, отлично. Да. Ну что, я так понимаю, что Лия впервые в жизни будет упаковывать сегодня свой первый подарок, да? Да. А до этого как? Все, в наволочку завернула это? Нет, до этого просто клала в пакет, и все. Главное, как следует наложить в пакет. Как все печально. И отдать. Подарочный пакет красивый. Красивый. Хорошо. Ну что, вперед? Начнем? Да. Я буду упаковывать в носки-то этим же, да, деткам? Да, да. У меня самая сложная задача сегодня. Я вот в такие носки, которые еще буквально несколько часов назад были 43-го размера, но видите, холодная вода что делает. У меня самая сложная задача, я упаковываю так вот туда шоколадки. Так, одна у меня уже есть. Эти чудесные носочки связала драгоценная Женечка Серкина. Вот, она очень быстро это делает, это очень приятно, мило. И мне кажется, в этих носочках какое-то есть тепло. Ну а то, так даже надеваешь их, и прям чувствуется тепло. Смотри. Оп. Ну, вот, Кирилл, ее надо заказать. Ну, это такой новый... Только вывернутые ноги получились. А я, вот у нас, я заказала у чудесной художницы Анастасии Арт. У Анастасии такие чудесные открытки акварельные, где изображен Иисус, рождение, младенец Иисус, да. Мария и Иосиф. И я подписываю сверху пером золотой, очень такой интересной тушью. С Рождеством. И это здорово. Вот такая вот будет красота. Почему-то мне вот было важно, чтобы я подписала сама. Настя, это ты рисовала, да? Да, да, это мои работы. О, здорово как. Мои носочки готовы. Скажите, а вообще наверняка же у вас какие-то есть рождественские традиции? Вот помимо всего того, что вы вот подарки упаковываете, дарите подарки своим ученикам, деткам. Что-то еще есть такое, что вы делаете вот вместе? Вот вы с семьей собираетесь, и это вот на Рождество. Ну, у нас чаще всего, наверное, мы этот праздник любим отмечать с церковью. Так. И это больше всегда вот в моем детстве ассоциировалось именно вот с походом в храм, угу. Когда мы были маленькие. Хотя, честно хочу сказать, я ничего не понимала. Вообще. Ну, всегда этот праздник, он был каким-то наполненным светом, радостью, счастьем, таким трепетом. Мне нравится, что все отмечают, в принципе, этот праздник, никто не спорит, никто не ходит, говорит, что вы написали, что значит Рождество. Вообще смиренно радуется, что есть этот праздник. У нас Россия, конечно, она... Татьяна, так ты верующая с детства, получается, да? Ну, я, естественно, всегда знала, что Бог есть. Я всегда молилась молитвой «Отче наш», когда была такая необходимость. Была беда какая-нибудь, вот, и, насколько помнится, мне вроде Бог всегда отвечал. Но душе-то легче не было. Да. Ну, конечно, Иисус это ж там не родился. Вот. И, конечно, смысл Рождества для меня, он стал живым и настоящим только после понимания, что Иисус родился для меня лично, для того, чтобы потом совершить великий подвиг и принести такую жертву за мои грехи. И это... так ценно. Это самый главный подарок в моей жизни. Как можно вот не отмечать Рождество? Даже не представляю. Мне все время был вопрос. Почему на Новый год отмечается так ярко, а Рождество нет? Не, мы тоже Новый год... Мы Новый год тоже отмечаем. А, да.
Я люблю елочку, я люблю красивые украшения. Но Рождество тоже достойный праздник. Почему на таком же уровне не отмечают? И? И я придумала программу рождественскую. Угу. Еще честно хочу сказать, что когда я училась на режиссуре, считалось, что это светская работа. И все христианские праздники, они неуместны. Потому что там должен прийти батюшка, ходить кадилом, тогда это будет рождественский или какой-то праздник. Да, да, и мой диплом, да. Он был именно на Рождество, рождественский мой проект был. И режиссеры, они все были очень удивлены тому, что все-таки можно проводить христианские праздники, так сказать, нерелигиозно. Весело. Весело, интересно, познавательно. И просто вот как настоящий достойный праздник. И у меня под угрозой того, что меня выгонят из колледжа режиссуры, запрещали проводить этот праздник. И я сказала, что я все равно его проведу, и вы увидите, как это можно сделать красиво, весело, здорово, и так, что это будет вообще нравиться всем. Да. Когда я это сделала, некоторые христианские, кстати, праздники, например, как Яблочный Спас, прямо сценарий воровали режиссеры. У них не хватало прямо вот идеи, как это сделать. Настолько ограничены были вот советским мышлением, что им казалось, что ну, все, что связано с какими-то такими праздниками, это что-то такое тяжелое, страшное, невеселое. И вот они стали воровать сценарии. За это они мне ставили пятерки, заочно уже все, в диплом. И что меня больше всего порадовало, это то, что после вот этого моего диплома рождественского, он был вот большое такое, было интерактивное гуляние на 3 часа с ведущей звездой, она пела, это были эти пастухи, это было такое движение среди людей, игры, вот такие поиски разные, подарки, очень здорово. И также была небольшая история вот этой любви Марии с Иосифом. И после этого режиссеры приняли решение и сделали реформу в их программе и добавили христианские праздники. Вау! Это именно было вот реформаторское такое действие. И меня даже приглашали вести курс, провести курс всех христианских праздников. Как здорово. Их вести, потому что нужно историческое событие и так далее. То есть грамотный такой подход. Слушайте, ну здорово. Что-то не хватает. Я подзабыла. Чего не хватает? Носочек что, там? Упаковки не хватает. Конфетки. Конфетки, точно. Вообще для меня Рождество – это такой праздник удивительный, потому что он идет сразу, ну, как бы перед моим днем рождения, то есть идет 7 января, ну, как бы православный раньше, а потом 8 января, мой день рождения. И так как у нас, как бы, бабушка верующая была, она меня поздравляла и с Рождеством, а потом сразу с днем рождения, и для меня это такой, как бы, праздник двойной был. Здорово, слушай, прям вообще. Я всегда Иисуса считала как бы братом по дню рождения. Нормальные вообще такое отношения такие, да? Все хорошо. Все да? Хорошо. Да это просто на самом деле. Вы знаете, я тут такое получила откровение о том, что дело не в том, ну, как получилось, а о том, как мы смотрим на это. Ну, то есть, вот мы начнем смотреть на это как нечто прекрасное, и вдруг оно становится прекрасным. В особенности смотреть, что как у ребенка хорошо получилось упаковать подарок. Подержите. Вот, думают люди, не зная, что это был взрослый мужчина за 30. Я так научилась играть с закрытыми глазами на фортепиано. И, ну, там было правило только одно – закрыть глаза. И играть. Играть по беленьким. И пальцы пошире. И все. Да? Да. И все. И ты играешь, и очень нравится, особенно самой себе. Потому что обычно… И часто вы дома так практикуете? Да, я очень люблю играть с закрытыми глазами. А вам-то каково? Каково? Вообще, так как я учусь, например, в музыкальном училище, там просто сплошь и рядом эта система. Серьезно? Мама, да. И, ну, как бы там все эти правила туда-сюда, классическая музыка, и так или иначе, и не иначе. Когда мама начинает, мне прям очень нравится, что что-то другое, помимо того, что как бы... Это тоже все прекрасно, но что-то такое оригинальное, другое, что прям вот из души, что вот просто как бы льется, это еще... Слушай, как здорово. Именно так я и научилась играть на фортепиано. Серьезно? Да, теперь каждый может научиться играть на фортепиано. Просто садишься, просто завязываешь себе глаза. Да, завязываешь. И играешь музыку, которая внутри. Ничего не думаешь вообще ни о чем. Просто шире пальчики, начинаешь нажимать, погружаться в этот инструмент. И вдруг рождаются звуки. Главное доверять кому-то. Я не знаю, первый раз такую систему слышу. Да. И у меня был случай, я сидела и играла на одном служении молитвенном. Мне было кому поиграть, а я особо не умею, я только вот так. Ага.
Ну, чуть-чуть уже получше научилась там на аккордах нажимать, но это было таким главнее во внутри меня. Так. И вот я села, думаю, господи, хоть бы получилось. Ну, чтобы меня никто не, это, ну, не покривился. Закрыла глазки, начала это все играть, потихонечку играю. Потом я расслабилась, и прямо совсем все получилось. Стало красиво, подходит девушка, которая профессионально играет на фортепиано. Смотрела все время, вот не отрывая глаз от того, как я это делаю. Подходит, говорит, кто тебя научил так играть? Говорит, у кого ты училась? Да. Я сижу, говорю, ну, у Бога. А кого это нужно же? Ну, правда, это такие вот интересные события. И я сейчас расскажу, как я научилась. Мне приснился сон. Так. Что вот я играю на фортепиано, и вот так, вот так. А мне всегда хотелось так играть, как они там. Ну, я же понимаю, что вот как дети мне, да, там, самые с 5 лет. Да, учились. Ого, это же ведь... Пальчики растягивали, чтобы играть французский. Я им растягивала потом. И тут хочешь сосраться. Угу. Чтобы красиво было. Вот. И мне снится сон, как я вот так вот играю. Я играю. Просыпаюсь, думаю, как это классно, какие классные ощущения, как это здорово. И вот и я поняла, что я так никогда не научусь, в принципе, играть. Вот, ну, теоретически. Бегло тогда вот. Да, ну, я самое главное, что я чувствовала, что я знаю, куда я нажимаю каждый пальчик. Но я думала, что же мне как не вычерпать, какую идею из этого сна. И одну идею я вычерпала. И? Это нужно вообще не париться. То есть у меня было ощущение внутри, вот я пианистка, я умею. Именно вот с этим чувством, и надо садиться за этот инструмент. И когда я стала так садиться, вдруг сходит зажим. Ага. То есть ты же думаешь, когда ты нажимаешь куда, а тут ты не думаешь. А тут ты не думаешь. И вдруг пальчики, они так приятненько сами начинают куда-то хотят, да, туда играть. И ты, получается, что он сам как зритель. Так. Ну, ты наслаждаешься, как получилось. То есть это какое-то преимущество. Нет, что вот те музыканты, которые играют, они такие серьезные, такие думают, стараются. Угу. А я сижу. На самом деле, мне кажется, можно использовать даже для изучения языков. Главное, фанатически, да, вот как бы говорят. Французский во все говорю. Я именно так, кстати, рассказываю многим ученикам, когда занимаюсь по голосу, о том, что, представляете, вот какие-то там, да, китайцы или кто, я не знаю, я прошу прощения, не так изучала сильный интонацию, но вот у них и, в принципе, ну что, да непонятно чего, ну потом добавишь буквы какие-то, будут слова. Потом учишь грамматику, слова, как бы, но они тебя поймут. Главное, только руки устают очень сильно, когда разговариваешь, да? Я думаю, что самый главный язык – это язык интонаций. Угу. Это то, когда мы чувствуем, что стоит за вот этими словами. Потому что вот даже маленькому ребеночку, если подойти и сказать «Гадость, ты зараза, ты плохая!» Он же будет улыбаться. Да. А если ему сказать «Не знаю, как ты...» «Хороший! Люблю тебя!» «Хорошенький мой!» Ух! Очень сейчас по-японски получилось. Мне кажется, они так и признаются в любви. Ну вот мне кажется, что мы чувствуем, как кто говорит, и это важно. В этом и заключается жизнь как таковая. Именно сердце, оно распознает вот интонацию, это, да. Интонацию, да. Это даже вот чувствуется в каждом подарочке. Всегда вот человек прикасается, а мне кажется, вот он чувствует, ой, вот то, что тут не написано. И это, ну, и очень, наверное, самое ценное в Рождестве. Что-то здесь. Это переживать, именно переживать. Да. Это эмоции. Это не теория, это не наука какая-то. Для меня всегда, кстати, было важно, в общем, и мой язык любви в семье, это было всегда времяпровождение. И для меня каждый праздник, и Рождество, и Новый год, и когда Пасха, особенно Рождество, вот прям вот, когда вот мы проводим все время с семьей, у меня очень сильно это отпечатывается, именно вот настроение. Мама всегда с самого детства уделяла мне много времени, чтобы я зачем-то наблюдала, там, как водичка, песочек, еще что-нибудь, как листики, там, ветер. И вот, видимо, я в этом выросла, и все, что такое прям действительно искреннее, трогательное, прям очень запоминается, и это вот... Именно вот это для меня важно. Здорово. История рождественская, конечно, она всегда мне с самого детства. Мама читала Библию, нам рассказывает рождественскую историю. Все это, как Иисус родился. И это тоже запало мне прям в душу, так скажем. И теперь так всегда. Здорово. Итак, друзья мои, что, у нас подарки упакованы, все сделано. Даже весь материал закончился, мусора практически даже не осталось. Все чистенько. Хорошо? Ну что, подарки на Рождество готовы. Что мы делаем дальше? А дальше мы пьем вкусный чай. Отлично. Вперед к чаю. Ой,
я хотел спросить ваше какое-то пожелание рождественское, новогоднее для наших телезрителей. Сделайте, пожалуйста. Ну, из пожеланий, наверное, вот всем, кто посмотрел это, ну и просто всем, чтобы каждый, правда, задумался, ну вот мы говорим, что у нас атмосфера там туда-сюда, чтобы каждый, правда, задумался о важности этого праздника, потому что все-таки центр – это Иисус, который пришел в этот мир, и это очень драгоценно на самом деле, и благодаря этому мы можем как раз-таки так проводить время и друг за другом молиться. Я очень прям надеюсь, что все это искренне, правда, переживут, и я прям на смысле это осознаю. Здорово, спасибо. Я вижу, прям Татьяна вас распирает, что-то хочется пожелать нашим телезрителям и поздравить их с Рождеством и наступающим Новым годом. Да. Я тут подумала, поразмышляла о том, что все-таки чем отличается этот праздник от всех других. То есть мы там отмечаем день рождения человека, который там реально существует, какие-то события, которые в прошлом были уже, да, какое-то обновление, Новый год и так далее. Но интересно, что это день рождения. Мы отмечаем Иисуса, который был вот в прошлом уже, по сути. Но его присутствие, оно все равно здесь. И представляете, каждый дом, каждая семья отмечает день рождения Иисуса. И он у всех за столом сидит с ними. И такое счастье, что когда его отмечаешь, он особенный, этот праздник. Ты чувствуешь его прям присутствие в этом празднике, что мы не какие-то ненормальные, отмечаем какого-то живого там, там историческую личность. А вот он испокон веков дает такие знаки, дает эти ощущения, дает такую атмосферу, что он тоже здесь. И действительно, и ощущения от этого праздника, они особенные. Я вот желаю, если кто-то еще, например, никогда не отмечал прям этот праздник так особенно, не просто так, да, с Рождеством, а вот именно сесть, собраться там за столом. Осознанно посвятить прямо вот какое-то время на вот этому дню рождения. Вы почувствуете, что Иисус на этом празднике. И это, наверное, такой большой подарок и радость для всех. Здорово. Вы знаете, мы к вам пришли тоже не с пустыми руками. У нас традиционно есть подарок для всех наших гостей программы «Все свои». Это вот такой замечательный вертеп. Здесь Мария, Иосиф, младенец Иисус. Но прелесть этой елочной игрушки в том, что она сделана из настоящего оливкового дерева. Вот. Это для вашей семьи от телеканала ТБ. Спасибо. Приятно. Какая прелесть. Я очень люблю вертеп. Конечно же, у нас тоже есть к вам подарочек. Да, давайте. Я сама сделала это. Лия сделала собственными руками? Да. Идея твоя? Да, все сама сделала. А что это? Ночью придумала, встала и сделала. Осенила. Здорово. Это сердечко? Да, это сердечко. Оно покрыто золотой пылью, золотыми всякими вот ленточками. Позвольте. Вот такое замечательное сердечко. У нас отправляется на телеканал ТБН, точнее, на елочку телеканала ТБН. Спасибо большое. Спасибо, Антон. Ну что ж, друзья мои, сегодня была программа «Все свои» в доме у замечательной Татьяны, ее дочерей и их друзей. Будьте рядом с близкими, и пусть эта чудесная, замечательная, удивительная атмосфера Рождества будет и в вашем доме. Будьте благословенны. Всего доброго.